Доктора, вы все, да, все готовы, вы все. Давайте последний модуль. Наберитесь терпения. Я вообще не представляю, как вы учитесь еще до сих пор. Теперь я вам предлагаю достаточно быстро рассмотреть латеральное перемещение и потом перейти к обзору работы с твердой мозговой оболочкой, аллотрансплантатом, ее преимущества, осложнения, методики. Я все это расскажу. Значит, латеральное перемещение. Методика была предложена в середине 50-х годов прошлого столетия. Она является по сей день методикой эстетического выбора при определенных показаниях для нее. Используется она как однослойным и двуслойным методом, но при латеральном перемещении применяется только аутотрансплантат. Показания для латерального перемещения – это 1, 2, 3 класс рецессии по Миллеру, одиночные рецессии, узкие или щелевидные рецессии, наличие латеральной зоны кератинизации, кератинизированной десны, не менее 6 мм, и отсутствие уровня потери клинического прикрепления десны. Также в таблице, которую мы с вами разбирали в предыдущем модуле, и которая вам будет отправлена на почту, вы увидите все из применения латерального перемещения этой методики, в каком случае вы ее можете использовать, и у вас будет представление, исходя из параметров, которыми мы пользуемся, толщиной кератинизированной десны, шириной кератинизированной десны, наличие абразии твердых тканей, придет понимание того, можете ли вы использовать данный метод или нет. Противопоказания для латерального перемещения – это широкая рецессия, отсутствие латеральной зоны кератинизированной десны и четвертый класс. Сейчас мы возвращаемся к нашей таблице. Алгоритм выбора методики для устранения рецессии десны. Также вы видите, что есть 2-3 класса, при которых используется латеральное пересмещение либо в однослойном методе, либо в двухслойном. Иногда используется двухэтапный метод, при устранении рецессии 4 класса даже можно это делать. Сама методика подразумевает в себя использование собственных тканей латеральных, апроксимальных от рецессии, если их объем составляет 6 и более миллиметров. Вот формула, по которой вы можете рассчитать, есть ли у вас возможность выполнить эту операцию или нет. Значит, в данном случае мы используем термин как ширина рецессии. Не глубина рецессии, а ширина рецессии. Шириной рецессии вы измеряете также градуированным зондом в самом широком ее основании, желательно более коронально ее измерить, потому что вы будете коронально закрывать ее, более коронально, чем апикально закрывать эту рецессию, в связи с тем, что форма щелевидная, узкая. Так вот, препарирование латерального лоскута будет у вас занимать 6 мм плюс ширина рецессии. Это глубина и ширина вашего горизонтального разреза. От края десны соседнего зуба вы отступаете вверх 1 мм. Таким образом, над соседним зубом у вас должно быть 3 мм кератинизированной десны в высоту, плюс глубина зондирования, как правило, это 1 мм, и ширина кератинизированной десны, латеральное ее значение 6 мм плюс ширина рецессии. После соответствующих измерений проводятся разрезы, препарируются, депитализируются края рецессии. Только с точки зрения снятия петеля формируются анатомические сосочки, депитализируются до уровня цементной эмали воссоединения. И начинается выполнение горизонтального разреза по сосочку вдоль линии стончатого края зуба, отступив 1 мм от края десны. На ширину рецессии плюс 6 мм. Вы выполняете разрез сначала горизонтальный,
потом послабляющий вертикальный трапеции вверх. У вас вверху будет вертикальный разрез расширяться таким образом, чтобы трапеция была широким основанием вверх. Мобилизируете лоскут, перемещаете его в зону рецессии, фиксируете анатомические сосочки с хирургическими, сопоставляете, ушиваете это все двойным петлевидным обвивным швом и потом фиксируете над костичным швом сам лоскут в новом положении. Донорская зона заживает вторичным натяжением, или ее можно вот таким вот образом закрыть просто коллагеновой губкой, гемостатической губкой, какой вы хотите ее работать. Можете просто уложить туда материал коллагеновый и прижать ее крестообразным матрасным швом. При латеральном перемещении мы сначала измеряем ширину картинизированной десны апроксимально, моделируем дизайн разреза, выполняем разрез, формируем слизисто-надкостичный лоскут, депитализируем анатомические сосочки, обрабатываем поверхность корня, мобилизируем слизисто-надкостичный лоскут. И если у нас будет аутотрансплантат, мы фиксируем аутотрансплантат, если это двуслойная методика, и фиксируем сверху слизисто-надкостичный лоскут, закрываем донорскую зону. Осложнения местные – это классические осложнения, некроз, аутотрансплантат, инфицирование донорского ложа, расхождение швов, рецидив, гематома и отек. Но некроз аутотрансплантата – это достаточно редкое осложнение при данной методике, потому что если у нас используется двуслойная методика, в данном случае этот латерально перемещенный лоскут, он полностью укрывает аутотрансплантат, и поэтому питание трансплантата достаточно хорошее, редко он может погибнуть когда. Инфицирование донорского ложа – это тоже, в общем-то, редкая история, потому что для этого нужна какое-то снижение иммунной системы организма у пациента или какие-то ряд факторов, плохая индивидуальная гигиена, какое-то некорректное, может быть, послеоперационное ведение. Расхождение швов – это ваше конкретное, да, осложнение. То есть это значит, что мобилизация лоскута была плохая или некорректная, наложение швов было. Рецидив происходит по тем же самым причинам, но гематома, отек – это общереактивное осложнение. Вообще, это только как реакция на хирургическое вмешательство.